Привет! Меня зовут Вася Драмер. Я барабанщик рок-группы Dogs Hunt. Просто захотелось с вами поделиться своим маленьким секретом. Так, в общем, ничего особого. Просто, когда я каждый раз после репетиции возвращаюсь под утро домой, то на пару часиков отхожу ко сну. И мне постоянно снятся странные сны. Вот. Уже начинается. Оборвал! Началось. Чего, я хуже людей? Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Жить будете, папаша. Чисто, как в трамвае. Что-то вы меня больно утесняете, папаша. Где же я буду харчеваться? Я еще водочки выпью. Желаю, чтобы все. Я тяжко раненый при операции. Взять все, да и поделись. Вчера котов душили. В очередь, сукины дети, в очередь! Здесь, дай папиросочку, у тебя прям мамочку. Атлет гнида. Мы в университетах не обучались. Ну вот, на самом интересном. Снова пора на репу. Ребят ждут. А вас я хочу попросить оставить в комментах ваши советы. Что делать и как с этим бороться? Может, от нарушения психики? Или я много репетирую? А пока всем пока. До новых снов!